Еще немножечко, еще чуть-чуть. Все, открывай. Я сегодня дарю этот цветок, потому что ты сегодня прекрасна, как этот одуванчик. Спасибо. Но это еще не все. У меня есть для тебя билеты. Ну что, на какой аттракцион пойдем первым? Разве мы не будем их тестировать? Конечно, будем. Мы будем тестировать, кто какой аттракцион самый классный. Круто! Давай туда! Нет, давай туда! Давай туда! Нет, давай туда! 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 Давай туда! Здравствуйте, можно нам покататься на лебедях? Пожалуйста. Облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. Облака, белокрылые лошадки. Было очень классно. Там можно самим декорировать свою высоту. Так что всем желаю прокатиться на лебедях. А еще прямо дух захватывало, когда поднимаешься вверх, а потом обратно опускаешься. А еще лебеди, это романтично. Так, ладно, пойдем дальше экспериментировать. Можно нам, пожалуйста, покататься? Да, конечно. На лягушку, так что я сейчас съем. Что? Так мне, как девочке, понравился этот аттракцион, потому что он спокойный, не страшный. Но можно уснуть, пока крокодил не врезался в тебя? Было очень кудряво. С этим аттракционом тоже все хорошо. Кажется, что ты сейчас загораешь на Иссыкуле, пока этот пеликан тебя не достал. Ну что, Марина, прокатить тебя с ветерком? Я сама могу. Ну хорошо, можно нам, пожалуйста, прокатиться? Очень хороший, другие тоже, но этот очень классный. Хотя Марина меня всегда сбивала. Неправда, это клевета какая-то. Правда? Нет. Ладно, неправда. Аттракцион поистине очень классный, хочется кататься еще и еще. Я с тобой на этом согласен. Но главное, что мы будем вместе. И без друга нет веселья. И на этом мы с вами прощаемся. И дальше пошли кататься на аттракционах.